Открылся Центр детских развлечений «KinderPark». Торт мы сегодня разыграли. Очень. А какой пузырь тебе больше всего понравился? Большой. Какой большой? Где ты залазил там? Набегался вот так вот, выше крыши, реально. Он просто полтора часа бегал без остановки. То, что было раньше, то, что сейчас, намного лучше стало. KinderPark подарил детям праздник. Целую неделю не спали, готовились ночами, вечерами, утром, днем, в обед. Всегда готовились к этому открытию. И открытие прошло на ура!